Сколько в современном мире новостей, сколько известий. И их такое огромное количество, что проходит день-два или неделя, мы вообще забываем о том, а были ли они новостями, были ли они известиями. Их сегодня так много, что человек теряется в этом огромном потоке совершенно разных известий. Но вот сегодня мы празднуем праздник той благой вести, которая никогда не устаревает, которая всегда радует сердце. Потому и называется этот день «Благая весть». Когда не обратишься к ней, сердце твое успокоится. Когда не обратишься к ней душою, душа твоя возвысится. Когда не посмотришь на образ Пречистой Девы Марии, ты сам успокоишься и поймешь, Пресвятая Богородица молится о нас, потому что она заступница усердная всего рода христианского. И так на сердце легко-легко, и душа спокойная, и жизнь преображается, если человек верует в Господа и в Его Пречистую Матерь, которая получила сегодня от Архангела дивную, благую весть, что у нее родится Сын, который будет Спасителем всего мира. Она удивилась, изумляясь, как это будет, ведь я не знаю мужа, я дева. А Иосиф действительно это был старец, ему было около 80 лет. Чтобы кто не подумал, что он мог быть ее мужем. Нет, он был хранителем ее девства. И вот когда она получает такое откровение от ангела Божия, она изумляется и говорит: «Да будет мне по слову твоему, я раба Господня». Какое удивительное смирение. Раз так сказал архангел, значит, так тому и быть. Так должно быть. Она и не мечтала быть матерью Бога. Она в свое время, когда еще читала ветхозаветное пророчество, «Сей дева примет во чреве и родит сына», много раз оставляла текст, задумывалась и мечтала. Как бы хотела быть рабой той, которая станет матерью обещанного Мессии. И вот за это смирение, за любовь Господь посылает Деве Марии в Назарет архангела, который приносит ей благую весть. Но эта новость не только для нее, это для каждого из нас, что от нее родится не просто ребенок. Когда он родится, воспоют ангелы, и небо огласит их приветствие. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Христос, Господь». И вот эта радость, которая огласила небеса, сегодня озаряет сердце каждого верующего человека, потому что мы празднуем и ликуем, и величаем ту, через которую в мир родился Христос, который жил на земле, среди нас, принял человеческую природу, который отдал себя на добровольную страсть, страдание, распятие, и в третий день воскрес из мертвых. И всем верующим в Него Он снова открывает небо и дарует вечную жизнь. Вот почему сердце верующего человека сегодня наполняется неизреченной радостью, этой вечной и никогда не стареющей новостью, этим чудным для сердца и души верующих людей известием. Вот сегодня хотелось бы всех вас, дорогие, поздравить с этой благой вестью, с этим самым замечательным последним известием, которое никогда не стареет. Сегодня день начала нашего с вами спасения. Так и поет Святая Церковь. Днесь спасения нашего главизна. Во главу угла сегодня поставляет Церковь событие, которое мы прославляем. Мне хотелось бы всем вам пожелать смирения, с которым Матерь Божия приняла известие от Господа через Архангела Гавриила. Пусть каждый из нас со смирением примет то, что Господь открывает в жизни каждого из нас. Пусть не смущается сердце наше, и все, что выпадает, будем, по словам Божьей Матери, как она учит нас, так и мы. Мы рабы Господни, да будет с нами, Господи, по слову Твоему. И тогда снова на сердце воцарится мир, тишина и радость, потому что не моя воля, не моя грешная человеческая, поврежденная первородным грехом,
а Твоя, Господи, воля да будет. Вот тогда мне понятна и молитва Отче наш, когда мы просим Небесного Отца, чтобы Он осветил весь наш земной мир, как на небе, так и на земле. И только тогда, когда мы возвратимся к пониманию, что Бог сотворил этот мир для радости, не для войн, не для разрушения, не для скандалов и разводов, а для радости, для того и пришел в мир Христос, чтобы открыть нам радость уже на земле, которая в верующем сердце не отнимется и по его временном пребывании в этой земной жизни. Я поздравляю детишек наших с причастием. Сегодня очень много ребят причастилось, преподавателей. Это великий день вашей жизни. Цените, берегите и стремитесь как можно чаще причащаться святых, бессмертных, животворящих Христовых тайн. Всем вам, дорогие родители, хочу выразить слова благодарности за то, что вы приводите своих детей в храм, приводите детей в церковь. Тогда они, когда вырастут, продолжат ваше моление в Церкви Божией. Хочу поблагодарить преподавателей наших, которые много трудятся для того, чтобы дети здесь и получали светские знания, и воспитывались в духе веры, надежды и любви. С праздником всех вас, с благовещением Пресвятой Богородицы, и храни всех вас Христос по молитве Божьей Матери, которая сегодня получила удивительное известие от Архангела. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. И если мы будем с Господом, тогда Господь и будет со всеми нами. Аминь.